Всем здравствуйте. Вот идет утилизация ненужных рамок, негодных. Не будем зря их чистить. Там уже третий год у них. Некоторые хорошие, но они старого образца. Их починить, там чистить, это большой труд. Лучше сразу новую хочу купить. У нас сегодня дождь идет на улице, так. Сегодня погода не солнечная, но пчелы тоже дома сидят. Это все равно ненужные были, я поэтому ее сжигаю. И всем тоже советую тоже сжигать, потому что дезинфекции, чтобы было у пчел в ульях, поставить новые улики с новой овощиной, лучший способ для меня, чем старые рамки чистить. Потом ее дезинфицировать, потом вдруг что ну, на рамках что-то останется или можно заразить пчел. Поэтому, чтобы такая беда не была, я вот так вот сжигаю рамок. Так, сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 13, 14, 15, 16, 17 рамок я сжег. Там еще есть, но они хорошие, я выбрал, которые нужны. И сейчас, вот как мы видим, они горят. Почему я дождливую погоду это сделал? Потому что у меня вот тут вот на складе, чтобы запах не был, я вот окна забил. Вот как вы видите, у меня там... С другой стороны, там 10, по-моему, так окно. Плотно забил их, как его, фанером. И запах там нету сейчас, чтобы пчелы туда не зашли. Заодно у меня запах не будет с этими рамками. И пчелы, как дома сидят, мы видим сейчас. Тоже, чтобы не крутились здесь, запах идет, когда воск плавится. Приятный такой. И всех насекомых, всех там пчел привлекает внимание. А сейчас у нас дождь идет, как ни одна пчела сейчас не летает. Я утром тоже смотрел. И вот как мы видим, все спокойно у них здесь. И у меня одна проблема вчера возник. У меня вот в первом ряду от поля, третий улик. У меня был, ну, матка потерялась там. Я другую рамку им ставил засевом, чтобы они матку вывели. Это где-то месяц назад, по-моему, так было. Я там видео тоже рассказывал. И матка вывелась там, очень хорошая была. Такая, как сказать, ну, на вид. И я подумал, что она тоже перезимует с ними. И кормов было. И еще самое интересное, там много пчел у меня было. Больше половины улика. Где-то на 8 рамках они сидели. И самое интересное, что произошло вчера, как я смотрел, пчелки у меня где-то улетели. Ну, там 8 рамок как есть, так есть. И кормов все съели, и как сказать, ну, чтобы что там все было, уже нету сейчас. Ни одной рамки я кормов не увидел. И пару где-то под 100, по-моему, 50 где-то так пчел без маток сидели в ульях. В уликах, то есть. И не знаю. Наверное, матка облетится куда-нибудь. Вылетелась, и они вслед за ним, наверное, улетели у меня. Вот, сейчас все плавится. Очень хорошо. Пчелки тоже не летают сейчас. Это хороший результат, чтобы сжечь все. Вот мы видим, воск плавится. Смотрите. Огонь, огонь, как красиво.
Рамки горят сейчас. Это рамки нестандартные. Это, наверное, кто-то сам, наверное, делал. Когда я улики покупал, там были вот боковинки, вот эти вот. Ну, как сказать, не один лицо. Они по-разному. Ну, по высоте, по длине они подходят стандарту, но по виду она, ну, сказать, ну, некрасивая. Пчеловод всегда хочет, чтобы на пасеке было все красиво, ухожено. Я так старые уже не люблю. Их там чинить, там чистить. Ну, провода туда. И, кстати, провода тоже железные, когда мы этот, как его, лощину электро этим нагревателем хотим туда налепить. А что происходит? Когда при замыкании на железную проволоку она прилипается, и этих секунд, которые лощина должна прилепиться к проволоке, она, ну, застревает. Мы не успеваем снять эту проволоку, как сварку делаем, там она прилипается. И она проходит через эту лощину, и таким образом у вас лощина портится, и, ну, некрасиво бывает. А если мы сейчас возьмем и этот, как его, нержавеющую проволоку намотаем на эту рамку, я вам пример говорю, что происходит. И при касании проволоки к этому привязанному проволоке к рамке, сколько ты его туда не нажимай, она не прилипается, и можно 1 секунд, 2 секунд прижать и отпустить, прижать и опустить. Она не прилипается. Таким образом у вас очень хорошо будет прилипать лощина к рамке и к проволоку. Нержавеющая проволока очень хорошая сейчас. Она у нас хоть дорого стоит, но результат очень хороший бывает. Вот, сейчас отойти надо, а то жарко вообще. Такие дела у нас сегодня идут. Сейчас все загорится. Я потом все уберу, проволоки, там гвозди, чтобы колесо, чтобы вдруг там пахать будем. Вот мамина эти индюки. Ладно тогда, друзья, больше снимать нечего, пока, как новые идеи будут, буду снимать тогда. Всем удачи, до новых встреч.